на новой шине, на вот этой Audi RS5, ее в занос пытались убрать на мокрой дороге, но в принципе очень хорошо работает, работает шина. Если бы шина была более изношена, то автомобиль просто улетел бы на обочину. Ну, за рулем это все очень хорошо чувствуется. То есть ты чувствуешь, когда автомобиль как бы хочет уйти в занос, но его шина не пускает. Это очень... Даже не только за рулем, просто на пассажирском сиденье. Ну и мы при разработке наших шин учитываем не только показания датчиков, показания электроники, а и, конечно же, ощущения тест-пилотов. У нас каждый тест-пилот должен минимум 3 года обучаться перед тем, как стать тест-пилотом. Плюс еще, ну здесь тоже на видеоролике об этом говорят, но вам плохо слышно. В Финляндии нужно сдавать на права и летом, и зимой. Если вы сдадите только летом, и только зимой, то вам разрешат.